Лучшие творческие силы первокурсников ДГТУ собрал сегодня Конгресс-холл университета. За кулисами артисты репетируют свои номера и собираются с духом перед выходом на сцену. У нас прошел, получается, в институте кубок первокурсников, мы там выявили таланты, и потом их собрали все вместе, и получился один номер. Мы будем танцевать разные стили. Мы благодарны нашему культоргу, который каждую репетицию верил в нас, говорил, что мы самые лучшие, он верил в то, что мы победим, и сегодня мы хотим доказать, что мы очень благодарны тебе, Катя. Во-первых, это адаптация первокурсников. Они впервые выступают на большой сцене Конгресс-холла, и я хотел бы пожелать им удачи в дальнейшем, чтобы это был их первый, но не последний опыт. И главное, чтобы наши ребята зажгли. Мы творческий центр, ищем новые таланты, поэтому это грандиозная миссия этого замечательного мероприятия. И вот конкурс Кубок первокурсника 2016 начинается. Всегда с вами, в любое время. Я вас защищаю. Поддержать. Восемнадцать факультетов. Полный зал и компетентное жюри будут оценивать таланты новичков ДГТУ. Танцевальные номера, юмористические сценки, яркие образы, зажигательная музыка – все, на что способны, показали в этот вечер первокурсники Донского государственного технического университета, раскрыли свои творческие способности. Зал замер в ожидании. Пришло время объявить победителя. В равной борьбе первое место завоевал факультет энергетика и системы коммуникации. Это долгие тренировки, это много нервов. И наконец-то мы пришли, мы взяли этот кубок. 3 года не могли взять, взяли. Очень долго тренировались, мы приходили домой в 12 ночи. Это было так интересно, мы это сделали. Екатерина Коломиец, Никита Кордо, ДГТУ ТВ.